А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.